Электретом называют тело диэлектрика, длительно сохраняющее поляризацию и создающее в окружающем его пространстве электрическое поле. То есть электрет является формальным аналогом постоянного магнита, но обладает не магнитным полем, а электростатическим полем. Термин электрет был предложен в 1796 году английским физиком Хэвисайдом. Обычно электрет имеет вид тонкой пластинки или пленки с разнонаменными зарядами одинаковой поверхности плотности на противоположных сторонах. Если электрет поместить между металлическими обкладками, то при изменении зазора индуцированный заряд также изменится. При периодическом изменении зазора цепи между электродами проходит переменный ток, частота которого равна частоте изменения зазора. Существует несколько способов изготовления электрета. Большинство из них основано на том, что диэлектрик помещают в электрическое поле и подвергают дополнительному физическому воздействию. Большое количество используемых материалов, методов внешнего воздействия, технологических приемов для создания поляризованного состояния в диэлектрике обуславливают многообразие проявления электретного эффекта. В зависимости от вида физического воздействия различают термо, электро, фото, магнито, радиоэлектреты и другие. Важнейшей характеристикой электрета, определяемой экспериментально, является эффективная поверхностная плотность заряда. Другим параметром, характеризующим свойства электретов, является время релаксации заряда, то есть время уменьшения заряда в две раза. Временем жизни электрета называется промежуток времени, в течение которого материал сохраняет электретные характеристики. Электреты могут быть использованы для изготовления микрофонов, телефонов и измерения механических вибраций.